Всем привет! Сегодня я снова решил вернуться к обзору одного из интересных моментов, который позволяет вам использовать гитару Эния, которая уже год на российском рынке и за этот год достигла очень хороших показателей в плане продаж. Вот, что в принципе неудивительно при таком сочетании звука и стоимости. И некоторое время назад мои друзья, у которых была зарубежная конференция, обратились ко мне с просьбой продать им такую гитару. И существенным был как раз вот этот вот момент, который ранее, как выяснилось, ни разу не был показан на YouTube. Вот, и он является очень важным, когда вы берете гитару для поездок, и вам хочется, чтобы не было больших проблем при перевозке в самолете. Мои друзья купили гитару, и на следующий день звонят мне: «Слушай, а как же ее разбирать?» И хотя здесь все делается очень просто, но оказалось, что на самом деле на YouTube до сего момента нет ни одного ролика, где этот момент подробно показывался бы. Вот у нас гитара в нормальном исходном состоянии. И теперь мы покажем, как очень быстро она складывается. Для начала нужно спустить все струны. Причем я, например, тоже несколько раз делал такую операцию для перевозки в самолете. И никогда я не спускал струны полностью. То есть их достаточно ослабить, но ослабить не до более низкого звука, а чтобы они на самом деле висели. То есть мы берем, делаем это. Добиваемся того, чтобы струны висели. Вы видите, они в совершенно свободном состоянии. А дальше мы берем шестигранник, который идет в комплекте. И находим держатель для ремня на пятке грифа. И дальше мы его просто откручиваем. Достаем вот такую болтяру. И очень аккуратно снимаем гриф. Вы видите, как это выглядит. Если бы был чехол для перевозки гитары в складном виде, было бы супер. Но пока такого чехла нет, я использую совершенно стандартный вариант. То есть мы берем оригинальный чехол, в него кладем гитару, чтобы гриф не поцарапался. Я его укладываю снизу. И дальше все это можно положить в какой-нибудь полиэтиленовый пакет, если хотите зафиксировать какой-нибудь веревочкой. И дальше у нас гитара получается по размеру в два раза меньше, чем в оригинальном состоянии. Но потом, когда вы прилетели на место, для восстановления все делается точно так же, только в обратном порядке. То есть гриф аккуратно вставляется. Фиксируется одним болтом. Затягивается в меру сильно, но не перетягивая. И обратно натягиваются струны. Спустя 5 минут мы получаем снова идеально настроенную гитару, в которую вы можете играть. Всем хорошего настроения и хороших выходных!